Это настоящее предновогоднее чудо. Уже 6-й год мы участвуем в базаре. Нам дарили счастье и возможность заработать, показать себя, рассказать миру о том, чем мы занимаемся и какие проблемы решают фонды. Фонд «Детские сердца» участвует в душевном базаре ежегодно. И каждый раз мы получаем большие деньги, реально большие. То есть один день торговли на базаре – это, например, одна или две операции на сердце детям от 0 до 18 лет. Базар нужен нам всем. Он дает возможность не просто купить подарок себе, родным, близким, знакомым, всем сослуживцам. Он дает возможность купить жизнь ребенку, инвалидную коляску старику, противопролежный матрас, собачий корм, что угодно. Фонды, которые торгуют на базаре, получают достаточные деньги для реализации своих проектов. Это важно и нужно. Сейчас душевному базару нужна наша помощь. Она реально нужна. Осталось 1,5 недели. Что мы можем сделать? Мы можем сделать очень простую вещь. Мы можем зайти на планету и там поддержать базар буквально деньгами. Проголосуем рублем. 100 рублей это практически сейчас уже не деньги, но нас очень много, и эти сотни могут сложиться в хороший, большой куш. И давайте будем поддерживать друг друга. Когда-нибудь вот ваша помощь вернется к вам столицей. Это так, это всегда работает. На этом держится мир. Так что без базара. Помогаем базару.